Компания «Техноснаб» присутствует на рынке более 10 лет. Основное направление деятельности – поставка импортной и отечественной сельскохозяйственной техники, оборудования, запасных частей. На выставке представили посевной комплекс «Фитагра», прицепную технику «Велес», плуги и другую почвообрабатывающую технику компании «Опел Агри». Здесь у нас с вами представлен оборотный плуг «Опел Агри». Его специфическая особенность, новинка данного плуга в том, что он работает с трактором вдоль борозды. И особенно это данный агрегат интересен для сельхозтоваропроизводителей Республики Чувашия в силу того, что здесь очень массово культивируется картофель. И данный плуг он предназначен для обработки почвы на глубину вплоть до 40 сантиметров. В технике прилагаются высокопрочные расходные материалы. Немаловажный фактор – плуг этой модели легко адаптируется с тракторами отечественного и импортного производства. Большой урожай получили сельхозтоваропроизводители в прошлом году. Спрос есть ко всей технике, и к российской, и к импортной. Потребность есть очень большая, и техника уже некоторая продана. До лета расписан график поставки техники. Из года в год объем поставляемой продукции только увеличивается. Это знак доверия со стороны потребителей. Компания «Техноснаб» планирует открыть полноценный филиал в Чувашии.